Вот он, ковш большой медведицы. Смотрим, раз звезда. Это ручка. Два звезда. Вот она сдвоена, которая когда-то подошли девушки, женщины. Когда я снимал, рассказал мне интересную историю женщины о том, что раньше проверяли зрение. Эта звезда одна относительно другой вращается, и кто видел, того принимали в армию. Так, теперь вот они пошли, три звезды, но я имею в виду ковша, ручки ковша. Одна, это я рассказываю, как мы ищем комету. Берем вот эти три звезды ковша, которые идут вертикально, то есть в одну линию. Вот это парная. Потом переходим вниз к следующей. И еще вниз к следующей. Все, вот эти три звезды образуют линию. И ее продолжаем вниз. И там как раз ниже, ближе к горизонту, находится сейчас комета Новайс, которую я на ультразум не сниму, но она там. Ладушка, давай сейчас пойдем. Снимем еще разок. Юпитер. Ой, Юпитер, Сатурн. Как виновника сегодняшнего торжества. И будем придумывать, на каких настройках снять следующие дубли. Да, вот слева я вижу, мигает маленький спутник, я так понимаю, этого самого Сатурна. Сейчас мы смотрим на северный полюс Сатурна. Он развернулся к нам кольцами, своим северным полюсом. В 24-м году снимать будет на Сатурне нечего, потому как он будет кольцами развернут четко к нам. Они будут просто не видны. Ну, то есть он как бы плоско горизонтально станет. И будет шарик виден, а колец не будет. Прыгаешь все время, прячешься. Нехорошо. Мы здесь ради тебя. Не знаю, как комары, но я точно. Надоело уже, наверное, прыжки эти туда-сюда. Все, составил. Сейчас подожду, пока в кадр сам залезет. За счет вращения земли. Вот он наш хороший. А вот он наш золотой. Вот это сейчас движение его по экрану. Это как раз вращение земли.
С такой скоростью наблюдается при 125-кратном увеличении и при удалении от нас Сатурна на 1 миллиард 345 миллионов километров. Все.